Всем привет! Вы на канале интернет-магазина карнавальных костюмов grandstart.ru. В сегодняшнем видео мы рассмотрим с вами шапочки для детей. Это шапочки грибов. В данном видео мы рассматриваем шапочки грибов-боровиков. Вот вы можете на сайте посмотреть, у нас несколько вариантов шапочек грибов-боровиков, также и мухоморов, и разные другие у нас грибочки есть. Сегодня мы рассмотрим один вид шапочек. Вот так вот они выглядят, запечатанные в упаковочке. Вот, посмотрите, они немножечко могут отличаться листочками только. Ну, где-то они более красные, где-то более зеленые. Немножечко по-разному они могут просто быть пришиты. А так шапочки абсолютно одинаковые, универсальные. Давайте посмотрим, вскроем одну шапочку и посмотрим, как она выглядит. Шапочка, в принципе, подходит для детей и взрослых, потому что внутри она идет на небольшой резиночке. У нас в товаре визитка интернет-магазина grandstart.ru. Посмотрим шапочку. Вот так вот выглядит шапочка сверху. У нас тут листочки кленовые. Можете посмотреть на видео, будет видно. И давайте посмотрим шапочку с обратной стороны. Вот так вот выглядит шапочка с обратной стороны. Здесь она беленькая идет. Внутри у нас идет подкладочка. Белая подкладочка. Шапочка немножко тянется. Вот здесь вот небольшая резиночка есть. Вот вы можете видеть небольшую резинку. Вот такая вот объемная шапочка, как в форме берета. Очень интересная. На праздник осени и в школу, и в детский садик популярный товар. Если вам понравился данный головной убор, вы можете заказать его на сайте grandstart.ru или позвонить нам по телефону. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал.